собирают свой урожай за год и мечтают о том, чтобы играть самые веселые, самые богатые, самые счастливые свадьбы. Наверное, вы уже слышите аромат счастья и аромат первого молодого вина. Дорогие друзья, сегодня в этот роскошный вечер свидания с Россией мы с вами насладимся тайной легенды вина. И как это будет? Это тайна. Тайна, которая рядом с нами. Фестиваль «Кино и вино» объявляется открытым. Дорогие друзья, сегодня нас радует один из замечательных ведущих, лучший тамада мира, Павел Дуганов. И наши ему аплодисменты. А рядом со мной барышня, которая не может не нравиться. Это мисс Твардица. Барышня без изъяна. Попурова Татьяна. Павел, я вас обожаю. Сейчас у нас начнется «Кукушка хвалит петуха». Дорогие друзья, ну что я вам могу сказать? Замечательный праздник. Сегодня у нас очень много друзей из Республики Молдова. Но мне хочется, Павел, чтобы мы представили тех, кого мы так долго ожидали. Обязательно, обязательно, Татьяна, мы это сделаем. Здесь и сейчас. Я думаю, что наших гостей, которых мы ждем, ждут все. Ждала вся Твардица и ждали все друзья, которые находятся вместе с нами на территории замечательного завода Bulgari Winery. Дорогие друзья, мы сегодня приветствуем генерального продюсера фестиваля «Свидание с Россией», издателя и одного из наших уважаемых гостей города Твардица Владимира Пирожок. Наши ему аплодисменты. Добро пожаловать, лучший из лучших. Гордость Молдовы, стоп-шеступ и ансамбль «Жок». И, конечно, легендарный Пирожок. Спасибо огромное за добрые слова. Друзья мои, Россия и Молдова — это братство, которое подтверждено веками. Мы вместе. У нас единая вера, у нас общая история, у нас общие гении наши и любимые звезды. Наш фестиваль, который проходит седьмой раз, традиционно, ежегодно. Проявление этой любви, любви России к Молдове и Молдовы России. Спасибо Твардице, которая третий год подряд в рамках нашего фестиваля проводит удивительный праздник «Молдовское, молдавское вино и российское кино», объединяя всех нас в радости, в знакомстве и, конечно, в дружбе. Я хочу поблагодарить Твардицу, ее мягкие сладкие холмы, это теплое небо, под которым мы всегда с радостью говорим о самом своем дорогом и приятном. С праздником, друзья мои! Особо я хотел бы поблагодарить, конечно, нашего покровителя, нашего друга Николая Григорьевича Луцика. Без его помощи и поддержки этот фестиваль не состоялся. Он и автор этого фестиваля «Кино, вино», автор идеи, и он наш постоянный наш друг. Друзья мои, с праздником! Мы начинаем! Вперед! Фестиваль открыт! Друзья мои, у меня от нашего фестиваля у нас сюрприз. Илья Луцик, прошу на сцену. Илюша, где ты, дорогой? У нас сегодня звездный десант. Но один из гостей у нас затерялся в Москве. У него чисто съемки, так очень хотел приехать в Молдавию. Сергей Бурнов, наша звезда. Значит, но он передал свой фильм и автограф персонально поклоннику своему Илье Луцику. Луцик, получай, дорогой.
Браво, какие подарки! И сразу с подарков! Дорогие друзья, ну что ж, мы начинаем. Напоминаю вам, что мы находимся на территории старейшего винзавода этой местности, на базе которого выросла современная отечественная винодельня полного цикла Bulgari Winery. Вы сегодня насладитесь этой продукцией, которая у вас на столах, и дай Бог вам хорошего праздничного настроения. Специально для всех гостей, Павел, что мы им подарим? Я не знаю, что подарим. В первую очередь мы подарили с помощью хозяев этого фестиваля хорошую погоду. Посмотрите, сегодня тепло, солнечно и душевно в прекрасном городке Твардица. Спасибо за это Господу и тем, кто это организовал.